Хорошо, открываем. О, есть, есть, есть! Я сумел выбить его! Здарова, друзья, с вами Влад Капуста. Сегодня тот самый день, когда я хочу прокачать свой основной состав и дать уже наконец-то бой Диме Тепло, потому что я знаю, что он там немножко прокачал свой основной состав, и нужно показывать, на что я способен. У меня для этого дела есть почти 1 миллион поинтов, я уже 100 тысяч потратил, и вот... Я должен в этом сезоне создать что-то невозможное, чтобы Дима Тепло просто отставал от нас, ну, кардинально, да и показать тот максимум, который я могу показать в этой версии FIFA Mobile. Мы, пожалуй, начнем с того, что в магазине мне нужно подкрывать наборы и, возможно, сумею выбить на это, ну, выбить карточку Цапника. Я, конечно, не уверен, есть ли хоть какой-то шанс выбить карточку Деко, но я буду стараться. Перед тем, как я буду начинать, напоминаю, ребята, у каждого из вас есть наилучшая возможность от меня получить звездный абонемент. Не нужно набирать 3000 лайков, не нужно набирать 3500 лайков, набирайте ровно 2500, я сумею вам разыграть звездный абонемент команды года. В этом абонементе вы получаете, как всегда, наилучшие и наифигеннейшие награды, которые только нам доступны в игре. Карточку за Netti получаете 9000 очков полузащиты, защиты, а также нападения, плюс 1000 поинтов, 5 миллионов 500 монеток и кучу дополнительных наград, которые вам реально пригодятся в этом сезоне. Поэтому я рекомендую всем вам использовать свою возможность получать от меня вот эти вот все награды. С вас ли, чтобы принять участие, поставить лайк, написать в комментариях, что вы хотели бы получить этот абонемент и что вы с помощью этого абонемента сумеете получить в этой игре. Ну и также обязательно подписаться на мой YouTube канал, открыть ваши подписки на YouTube и подписаться на мой Telegram канал. Там будут находиться все результаты того, что я немножко пофанюсь. Здесь шансы 1% на кумира события Тоти с общим рейтингом 95. Ну чё, давайте пофанимся, мне очки полузащитника нужны. Посмотрим, что будет падать. Я, конечно, понимаю, что хрен что выпадет, потому что предыдущий набор я открывал. Там вообще ничего не выпадало. Очки, 350 штучек. Очки уже, говорю, не очки, а очки. Что-то сразу не туда пошло. Открываем, и сегодня хочу забрать хорошего ЦПшника. Очки, 325. Для меня, чем больше заберу, тем лучше. Эх, вот эти вот наборы, конечно, вот все что угодно может выпасть. Я знаю то, что некоторым выпадали нормальные наборы. Ну, то есть, нормальные награды отсюда, типа, имею в виду кумиры 95-го. Но мне лично, зная свою удачу, хер там что выпает. 400 штучек? Ну, тут, сколько сумею нафармить, вот как считаете? Как думаете? Я сам лично хз, сколько сумею нафармить. Желательно, чем больше, тем лучше для меня. Такс, 350 очков полузащитника. На по 450 выбивать, на балансе уже 6285. Чем больше будет, тем лучше для меня. Потому что состав хочу собрать офигенный. Я, по крайней мере, буду стараться это сделать. Тан-тара-та-та-та-та-та-там. 325. Ну что-то все пока что очень печально складывается, но ладно, ладно. 325. По 450 на что падало. Мне интересно, если вдруг деко карточка падает, там еще будут жетончики или нет? Тут грандом вроде бы должно быть. Да, гарантированная награда. Блин, как же выбить такие карточки? Я не понимаю. Предыдущий раз открывал, хрен что выпадало. Ой, осталась вообще ерунда. Походу, да, не будет. Я думал, что маленький шанс есть, но оказалось то, что нет. Этого шанса все лишь... Ну, даже не всего лишь, а просто-напросто нету. Поэтому такие дела. Очки полузащитника 300 штучек. И где моя удача? 350. Хорошо, на балансе 8860. Ну, достаточно немало. И 90 тысяч поинтов осталось. Это, кстати, не особо большая цифра. К сожалению. Хорошо, открываем. О, есть, есть, есть! Я сумел выбить его в лагер! Да! Хорош! Хорош! 95-й ради наконец-то у меня! Хорош! Просто лакер года! Блин, я сумел это сделать! Я вначале думал, что хер там выпадет, блин, аж камера типа отрубилась. Хух-ху-ху-ху-хух! Блин, братаны! Сколько ты стоишь, дружок, пирожок? А ну-ка сейчас сделай себе скриншот. Так, скриншотик сделал. Блин, я так доволен. 22 ляма стоит. Красота. Блин, я доволен. Я сумел выбить его.
Ё-моё, я уже не ожидал, что выбью. Реально не ожидал. Не зря сегодняшний выпуск у меня проходит. Блин, бомба. Аж ПК начал подвисать у меня после этого. Или это серваки eSports? Ну, блин, мы выдали тебе такую карточку, радуйся. Блин, ну это круто. Аж, знаете, аж запереживал, я не знаю, что вам сказать. Такая дышка пошла. Блин. Одно удовольствие, когда тебе такая карточка выпадает. Есть. Блин, я сумел это сделать. Но сегодняшний день уже не зря прошел у меня. Уже не зря, уже не зря. Так, давайте купим поинсы. Еще предложение, посмотрим, что могу купить. Давайте вот так, 3200 потратим. Поинсы пригодятся? Так, а может быть еще? Вот так. Пооткрываем сейчас немножко набор эти. Блин, как же доволен, что получилось выбить его карточку. Это, не знаю, для меня самый-самый топ. Ну да, поинсы просто нужно тратить. Очки полузащитника. Сколько у меня на балансе? 10 тысяч. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пушечный ролик вас ожидает. Просто лакер года. Очки полузащитника 350 штук. 11135 на балансе. Блин. Ох, не зря открыл этот набор. Блин, я так доволен. Ай. 325. Так, а сколько мне надо полузащитников очков этих? Я вот не припоминаю, сколько надо мне это потратить, чтобы забрать карточку Де Брюйне. Что, там последний набор в робо остался, да. Последний финальный набор. Прикиньте, если последнего финального набора сейчас еще раз упадает карточка. Вот это вот был бы просто разнос. Я не знаю, это был бы самый жесткий разрыв во всей вселенной. Если бы вдруг такое произошло. Но вроде бы такого не будет. Ну, 100% такого не будет. Да. 350 очков полузащитника. 3000 поинтов я себе оставил. Может быть, еще придется подкрывать очки нападающего или что-то еще. Я еще точно не решил, но скоро будет. Вот скоро все узнаете, ребят. Фух, так доволен, что получилось. Вы себе не представляете даже. Такие подкрывать наборы, я даже хз. Ну, давайте полузащитников пооткрываем. 60 очков. Текс. Надо пооткрывать все-таки, надо что-то годноту какую-то получить. Монетки 100 тысяч. Так, у меня уже на балансе почти 50 лямов есть. И гарант. Я вот не знаю, нападающего открывать или полузащитников. Как бы вы на моем месте поступили? Кого открыли бы? Ну, давайте так. Я не знаю, что полузащитников нажал. Да ну. Да ну. Да ну. Локотели. Ну, нормально, но не то, что я хотел, конечно. 344 тысячи монет стоит. Блин, обидно. Печально, грустно. Плохо. Все очень плохо. Так, а кстати, в этапах знаете, что могу забрать еще? Я могу забрать еще карточку Балака. О, нет, стоп, Балака я не могу забрать. Я уже говорил, что Балака могу забрать. Вот это я вас обмануть решил. Лучше фигу, мы заберем еще карточку сейчас. Двоих игроков 95-го рейтинга забираем. Ну это просто лакер. Лакер года, лакер вселенной. Еще одного забираем. Блин, это нормальная такая темка у меня сегодня нарисовалась. ПВшника забираю. Ах, крутотень. Просто крутотень. 28 лямов стоит. Ё-моё, ё-моё. Отличная игра, конечно, но не показывай больше. Блин. Подставу мне такую делают. Да, выкупили, что я забрал, типа, крутого игрока. Думаю, на, давай еще, что-то так. Типа, легко решило делаться. О, интересно, если я вот эти вот жетоны потрачу, я смогу сейчас это что-то годное сделать? Жетон Тотти? 600 штучек?
1425. Я до этого открывал, не открывал набор. Это вроде бы не получится. Так, а здесь чуть-чуть не хватает. Я бы отсюда еще жетоны Тодди забрал бы. И была бы такая же пушечка у меня сегодня. Карточку Бекхэма я не знаю, стоит ли мне забирать. А вот Балака возможно заберу. Ну потому что интересная карточка, нужно его забирать. Посмотрим, посмотрим. Сейчас, что тут будет и как. Тратим монетки. То есть эти жетоны тратим. Монетки уже, говорю, тратим. Вообще с ума сошел. Удары. Золотой игрок одна штучка. Эх, посмотрим, что тут будет. Фэнтез. Так, а здесь у меня сколько жетонов дается? 75. Сколько стоит карточка Де Брюне? 550 жетонов. Ну, вроде бы как я должен сделать обмен. Так, а здесь сколько дается, например? 55. А, ну, Модрич, конечно, похуже вроде бы. Да, похуже. Так, давайте мы пройдем до конца. Заберем отсюда еще все награды, а там уже решим, как мне поступать. Блин, ну такой пушечный выпуск вас ожидает сегодня, ребят. Просто ядерный. Усиление навыка 83, это штучки. Завершение атаки. 125 монеток. Пам-па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 -
Бомбардир. Монетки 125. Ну и сумел преодолеть этот путь. Вот балка карточку хотелось бы забрать. А, 80 плюс игрока еще получаю. Как думаете, что это нормально выпадет? Я думаю, как сказать, это ерунда будет. Вы, ребята, кстати, обязательно участвуйте в конкурсе на звездный абонемент, и вы сумеете с помощью абонемента, который я вам разыграю, забрать абсолютно любого игрока в абонементе. То есть в абонементе 100% забирайте, если побеждаете у меня в конкурсе. Но также дополнительно абсолютно любого игрока из нападающего, либо полузащитника или защитника 96 рейтинга вы сумеете забрать с помощью моего абонемента, который я вам разыграю. Так что участвуйте, лайк, подписка, комментарий и обязательно подписаться на мой телеграм-канал. Ну я открываю пока. Смотрим, что тут будет. Ой, не-не-не-не-не, Вернер, ну ё-моё, ну ё-моё! Я твою карточку хотел получить, конечно, но не так сильно, чтоб... Прям как ты думаешь. Так, очки полузащитника старта, 425 на балансе. Давайте Сона получим, у меня Сона карточка есть, быстрое добавление. Ой, 6000 жетонов, нихера себе. Нихера себе, Сон, сколько ты стоишь? Зато мы получаем его карточку, очки полузащитника. Бэм. ЛПшник 93. Так. Надо зайти в мой состав. Зря, что я могу вообще сделать. Предпринять что-то годное, что-то интересное. Выбираем схему 4-3-3 атака. И сейчас немножко нужно похимичить. Хаверц, мы тебя пока что меняем. Деку карточку сюда ставим. Поменяли мы игрока. И теперь у меня на ЦП, ну блин, на ЦП, конечно, есть нюансики. 5, сори, я тебя тоже буду менять. Пока что твоя карточка не особо мне нужна. Так, могу, конечно, вместо 5 поставить сейчас карточку этого. Сона. Бумс. Ну, вроде бы так, конечно, немножко получше выглядит. Но нужно еще решить вопросы с ЦПшниками и ПВшника. Хотелось бы хорошего. Хотя, на самом деле, у меня есть ПВшник хороший. Я забыл, что лучше фигу я забрал. Вот. Так вот намного круче все получается. 94-й овер моего состава. Занетти, Лакроа, Дэвис, Ван Дейк. И мне нужно решить вопросы с ЦПшниками Бест и Сон. Ну и также со Львом Яшином надо что-то решить, я жду, когда выйдут у нас уже нормальные вратари. Ну типа, Лев Яшин офигенный вратарь, но его прокачивать, я думаю, вы сами понимаете, то, что это не особо выгодно по монеткам. Мне кажется, то, что состав у меня выглядит прям вообще бесшабашно, офигенный. Если мы так сделаем, 64 сыграть. Я жду, когда у меня 14 уровень откроется, я немножко поменял бы схему на 4-2-4, думаю, такая схема бы мне подошла на все 100%. Сейчас мы зайдем совместно с вами на рынок. Так, мои игроки. Посмотрим, кого я могу продать. Кто у меня есть где. А, в резерве еще много игроков есть лишних. Так, продать на Сону нажимаем. Продать. Сона карточка пока не нужна мне. А что-то нельзя продать этого игрока, что-то не понял.
Не понял прикол. Продать? Нифига себе, сколько желающих купить его карточку. Жесть. Маунта карточка мне не нужна пока что тоже. И его хотят купить. Тупо все карточки хотят купить. Беста карточка поднялась в цене. Очень много карточек, которые у меня есть в составе, они подняли в цене. Жесть как. Санчо карточку пока что я ставлю. Суары за карточку, не знаю, кстати, оставлять не оставлять, но пока пускай будет. Фабиана карточка тоже не знаю. Вот твоя карточка 100% сори. 533 это или 553 тысячи монет. Сколько там он стоит? Так, Педри мы тоже продаем. Продать. Надо еще Сона как-то продать. Я конечно, не понимаю как. Что за баг такой непонятный только что был? Могу, не могу его продать? Что, зависло у меня все? Есть порс. Что это? Сейчас купить или продать игрока нельзя. Я не понимаю, что это такое? По моему промокоду капуста фифа вы сумеете получить бонусом до 25 тысяч рублей у моих надежных друзей в OneX. Нужная ссылка находится в закрепленном комментарии. Так, давайте усиление навыков чуть прокачаем. А то у меня как-то карточки вообще не закачаны, нужно немножко поиграться. Ну, Дэвиса карточку я не знаю, оставляю, не оставляю я на долгое время. Пути кумиров, тренер навыков, задача выполнена. Хорошо. По чуть-чуть выполняем испытания. Батя показывает, на что мы способны тут. Нормально так на 9 закачали за один раз. Опа. Деку и Беста мы сейчас сразу тоже прокачиваем. Интересно, какой овер я сумею сделать своему составу. Я думаю, то, что максимально топовый. Мне так кажется почему-то. Жестяк, конечно, такое происходит, люди. Монетки так быстро улетают, кстати. Я не могу понять, что с карточкой Сона произошло, то вроде бы я его имею у себя в составе, но не могу его продать. Я вот не могу вспомнить, это у меня одна карточка Сона или парочку карточек Сона есть. То, что я сбился уже, чтобы не соврать вам. Блин, так рад, что Деку карточку сумел выбить. Думал, то, что не получится, если честно. Ну, в прошлый раз просто открывал, говно такое выпадало, а сейчас так на тебе открыл, херак, выпадает карточка Деку. Просто вот, я не знаю, разорвал. Разорвал, что тут еще скажешь? И у нас какой овер сейчас? Ой, то есть овер, давайте проверим, какой у нас. 96-й, ё-моё, ё-моё, сейчас такая пушечка будет. А то до этого играл в турнире РК месяца, как-то так неинтересно было. У меня рейтинг 92, а мне 95, 96 попадаются. Они меня просто-напросто выиграют. А сейчас я немножко должен под это поднять уровень своих умений. Показать, на что я способен. Неймарчика закачаем, 100 тысяч монеток тратим. Блин, ну монетки прям улетают и улетают с такими-то приколами. Владение мячом. Лучше карточку мы закачиваем. Блин, такими темпами, мне кажется, то, что вообще овер состава может быть 100 чем-то. Мне аж стыдно от того, что ну так получается хорошо. Блин, просто лакерный выпуск. Давно такого у меня на канале не было. Я прям рад, максимально рад, то, что так получается. Вначале думал, да не, хрен там что-то интересное получится, тут смотрю, на тебе, бах-бах-бах! О, вот это я доволен. О, двоих сразу, а не, ну Сона, не знаю, закачиваю, не закачиваю, у меня просто на место Сона другая карточка, по идее, должна быть. Занете мы закачаем, потому что он остается 100% на длительное время, я так думаю. Ну, начало FIFA Mobile, у меня состав, блин, выглядит, я не знаю, на 1000 баксов. Ну, мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. Возможно, вы скажете, Владос, ты что там, с ума сошел, ты что? Такую ерунду задвигаешь. У тебя состав такой себе простой, самый-самый. Такс. Блин, а же это, у вас затипался, думаю, блин. Вот это составчик я собираю сегодня. Ух ты, ё-моё. Отбор мяча.
Лакруа закачаем. Может быть, конечно, центральные защитники получше выйдут, когда, ну, появятся у нас новые игроки защиты. Да, кажется, скажу, что зря закачал. Ну, пока что качаем. Смотрим, что будет. Хотелось бы, конечно, чтобы у многих моих защитников, да и полузащитников, были одни и те же это усилки. Чтобы я по 100 тысяч раз не прокачивал разные. Кто-то же по монеткам бьет, ну и по финансам нашим. А финансы — это ж такое, в этой игре типа все печально с финансами. 150 тысяч монет трачу. Так, Сон опять, блин, я забываю, что Сон тут стоит, карточка. Ну и Ван Дейка закачаем, а после этого уже буду решать, что и как делать. Льва Яшина не буду закачивать, Льва Яшина позже закачаем. Если вдруг не появится лучше вариантов, то тогда придется мне прокачивать Льва Яшина. Других вариантов я не вижу. Так, 50 тысяч монет. 75. Да. Чем дальше я закачиваюсь, тем меньше монеток у меня на балансе. Так. Сотый рейтинг сумел закачать. 168 миллионов монет стоит мой состав. Ё-моё, а если мы уберем еще игроков из защитки? Ну, то есть резерва. Такс. Еще и награды получу. Ну, давайте заберем награды уже, чтобы выпуск был максимально интересным. Я надеюсь на то, что вам такой видос нравится. Блин, что, ничего интересного нету? Там бы какой-то эффект хотя бы был бы, если бы что-то годное было. Все. Бастони. Эриксон. Бои. Ну. Либели, я не знаю. Так, если мы уберем тебя. Ну, давай вот так, чик. Может быть, сейчас 101 будет? Да! Хорош! Ах, как же красиво получается! Если я еще закачаю карточку, например, этого Сона и Льва Яшина, тогда рейтинг будет 103 где-то так. Ну, 100% должен быть 103. Бляха, ну составчик выглядит прям шикарно, потрясно. Что еще сказать? Ребята, обязательно прямо сейчас, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, принимайте участие в моих розыгрышах. Я стараюсь сделать такую пушечку, конфетку, чтобы вам нравилось. С вами, как всегда, был ваш Влад Капуста. Надо постричься, надеюсь, на недельке сумеем. То, что-то прям реально зарос. Все, ребята, спасибо большое каждому из вас за просмотр, лайки. 2500, и я могу вам разыграть звездный абонемент, которым вы заберете наилучшие и наофигеннейшие карточки. Плюс занайте Дэвиса карточка. Короче, у вас такая пушка ожидает. Так что давайте лайк, подписочка, комментарий. Да и подписаться на мой телеграм-канал. Всем до скорых встреч, всем пока!